Мир вашему дому, мои дорогие! Черная редька обладает бактерицидным свойством. Сок из редьки прекрасно устраняет процессы воспаления, а молодая редька способна очищать сосуд. Но мы сегодня сделаем прекрасное средство от кашля. Редьку надо хорошо промыть. У редьки отрезаем попку и верхушку. Делаем отверстие. Ложкой убираем внутренности. Получается вот такая вот лунка. Далее ножом прокалываем саму редьку внутри. Редька даже имеет противогельминтное свойство и помогает излечиться от ленточных червей. Теперь в редьку наливаем 50 грамм натурального меда. Ставим ее в глубокую миску, закрываем сверху корнеплод и оставляем на 10 часов. Через 10 часов редька отдаст свои соки меду и получится прекрасное антибактериальное средство от кашля. Такое средство излечит вас от кашля.